нет. Да. Давайте. Полстаканчика. Показывают, что фильмы там все это. Человек летает, собака в аэропорту гадали, что. Когда ее мама стреляла на эту неделю, она 5 дней сначала была такая, ела, пила, вытащила мои кроссовки, пару вытащили, и так вот сидела, кстати. Ну, она не спала, не все. А да. Потом она пошла так и понял. Собачья верность. Когда я приехала, я думала, мы все приступили. Оттуда стать. Полиня, зимняя, как ну, двери у него так бешено. Что ты говоришь? Путин хороший? Самый лучший президент в мире. Но все есть. Жив счастлив. Я знаю. Что ты там говорил про Алиева? Не смотря, Алиев что ли? Про Алиев. Алиев по веткам славным. Так. Как? Чем отцу. Ага. Политик сильный. А сын плохой, да, получается? Нет, плохой политик, слабый, чем отцу. Слабый, да? Но никуда не годный. Чем отцу. Не годный никуда. Ну, чем не годный? А кто вместо него? А? Кто вместо него будет? О, а, не кто знаю. Вместо Алиева будет? Не знаю, кто будет. Он будет. Другой придет, что будет делать? Ничего не будет делать. Ты хуже не сделает. Сначала будет свои карманы подумать. Да? Вот рассказывал, как смотрели, да, вот это. Как это, блин. Как они рождались 40 тысяч, да, давали доллара. Да. А, этот, Муаммар Каддафи, Ливия. Да. Видишь, Америка что сделала? Да. Народ не хотят. Да. Президент не хотят, что другой стороны тоже вот это на кассе. Да? У Муаммара Каддафи экономика работала на людей. Самый бедный президент в мире кто? Али. Нет, серьезно говорю. Ты сам снимаешь, не самый бедный кто? Президент. Вот ты снимаешь, ты должен знать. А, да. Кто? Вот давай. Я найди. Знаю. У него даже такую стрёмную машину кому-то подарили, ему запорожцы, что ли? Да. Как?
Честно. Чья сторона? Чья? А вот видишь, не знает, сам занимает, сам не знает. Даже у него огорода такой, дом такой, да, огород у него там сажает, будет. Он даже свою зарплату отказался людям раздать. Что это? Ну найди, вот ты снимаешь все там, это, вот такое, вот снимаешь. Кто-то YouTube снимает, вот, вот ты узнай, кто. Да. Ну и кто? Так что, господа, смотрите, пишите комментарии, это скажите. Знаешь, самый бедный президент, Уругвай. Уругвай? Да. Вот, самый бедный президент пиши, вот, могу тебе, он тебе даст. Уругвай, самый хороший президент. Откуда они знают все? А? Откуда они знают? У него один машина, и то его подарили его. Какой-то смешной такой. На Запорожье его подарили, его подмышь. Да не, там это. Чего? Это прикол. Это прикол, что ли? Да, а какой прикол? Прикол. Да что ты будешь трясется? Кто-то духовился. Ну, наверное, да? Нет, это нет. А вот. Намазывай. А это пока никого нет. Thank you.
Я не спал, не дал меня спать. Ты еще собираешься спать, что ли? Тебя не слышали, да? Должен прийти начальник поезда. А должен прийти? Да. А, начальник поезда. Я слышала, помню сегодня. Да? Вот идиотское правило, чтобы сходить в туалет, там в соседнем вагоне, там биотуалет, нужно выйти на улицу, пройти по улице тот вагон. В смысле, я ходила. Дверь закрыта. Закрыта. Закрыли дверь? Да. А это уже открыто было. Ну вот на стоянках они закрывают двери. Вот так. Я сказал, что вызвали начальника поезда. Это не дело. Что это такое? А если маленький ребенок? Да. Это его нужно одеть, вывести, по улице провести. Это что это? Так, телефон одного и берем, хотя сидели. Чай попьем. Чай будешь пить? Вдруг Путина Алиева. Мне кажется, да есть. Друг Путина Алиева. Так, если я друг Путина и Алиева, ты кто? Я враг, что ли, хочешь так сказать? Да, я спрашиваю. Подожди. Как хочешь сказать? Я спрашиваю. Я никогда не могу никому врагом быть. Наоборот, может кто-то меня врагом быть, правильно? Так, короче. Короче, у кого короче, то без связи. Алиев хороший или плохой? Алексей, у кого короче тут на себе? Ой, не знаю. Что хочешь, давай сейчас сказать. Алексей, ты скажи, что честно, от меня что хочешь слышать? Хочешь меня посадить? Ты спать будешь, что ли? Я сплю уже. Да.
Thank you.
могу тут только сколько. 20 грамм. Сейчас если. Это так там будет, да. Картошка жрал, трусы там разные, такой жадный там, такой, не могу там. Все ночью встаем, как черт, а сейчас сам спит, блин. Разбери его нам.
лежать спать.
будет гулять, не знаю, чего он будет гулять. Кто еще не знает, повар вагона ресторана сама все готовит, печет, а кто сама такой разносит по вагонам. Кто такой повар? Я Светлана Николаевна, повар вагона ресторана. Сначала надо домой проходить к вам. Попробуй. Я сама, я дома не бываю. Я живу в поезде, у меня бывает по 17 поездок на Москву. Я как села в прошлом году, ну постоянно в Москву, летом на юга, Кисловодск. Она падает летом. Я как села 2 ноября в поезд, 18 марта вышла в прошлом году. 17 поездок подряд. Спасибо. И ни одного выходного. И ни одного выхода. Спасибо, вот такой у меня есть. У меня тоже дома такой есть. Видишь, какой? Ты его? Да. Больше не скажу, я тебе. Покажу, а? Хорошо смотрим. Вот так. Собираешь выкидывать. Ты тоже так ходил? Нет, он. Бабочка? Да. Она старенькая. Старенькая? О, я тоже 90 лет. Он даже может больше. Больше, да. На пакетах сэкономишь. У него много пакетов. Нет, он сильный пешка. Зачем? Зачем они есть? Ну, редитель, да? Пакет будет выбраться. Вы знаете, бабушка. Тоже резинка нету, да? Тоже выйдет? Нету. Это у нас кочевник. Кочевник, за ничего выйдет. Я могу его подарить. Я год кочевала, что я все выбрасывала. Ну, тут дело, а ты как бы, ладно, тебе денег. У тебя эта сумка стоит не 100, 100 долларов. Нет, весь этот собрат мне не 100 долларов не будет. А как я говорю? Я когда на даче наращу уже лук зеленый, потом вашу. Так что ты летом пройдешь. А что у вас еще?
картошкой, с капустой, печеные, жареные, с яблочком, печеные, сладкие, беляшики с мясом, самса с курочкой. Я тоже подмогу пойду. Я подумаю, что мясо не ем, я подумаю. Ну, вы пока будете думать, так уже и съедят все до вас. Вы далеко живете от ресторана, поэтому заказывайте картошкой, с капустой, с яблочком, с курочкой, с мясом. Да вы последние, какие четыре, куда показываете, там уже все, никого нет. Да, 19, за 15 года ресторан, ваши приходите желающие в ресторан. На обед борщ, соляночка, на первое заказывайте, сосиски, котлетки, курочка, мясо, гречка, рис, макароны, на обед. Обеды уже можно заказывать. Меня острее, чем у вас. Смотри. Пешком.
А куда устал и обратно можешь? На рынке устал. Раньше пешком ходить. Ну ладно, я что-то далеко сделал. Я могу сказать. Не могу. Пока
там или совсем будет какая-то отсюда. А он когда не будет, то даже кто вы попали, стали все слабые, как группа, но мы из нее и всяких митях. Да.
играл, когда я американца. Он же в этом, наша федерация там, это постоянно не такое. Что ты там говоришь? А девушка он был была, это мама, которая училась, это очень старшая дочка, она вообще говорит, что он был дома, он был очень больная, что
Смотри.